Добрый день. Слышно меня? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Значит, сегодня у нас несколько докладов. Пожалуйста. Алиева. Есть? Алиева нет. Так, Горяйнова. Гузева. Извекова. Я здесь. Давайте. На секундочку. Можете сказать, видно ли? Да, на весь экран, если возможно. Да, конечно. В общем, тема моего доклада – это идея системы. Обзор, сравнение, отечественные и мировые лидеры. ИТС-системы, или вот Intrusion Detection System, так расшифровывается, это система предотвращения вторжений. По сравнению с какими-то обычными там спам-фильтрами или антивирусами, которые защищают от спамов вирусов, ИТС-система обеспечивает гораздо более высокий уровень защиты. Они анализируют данные и также сетевое поведение. Если говорить про историю как создания ИДС-систем, то оно начало образовываться еще где-то в середине 80-х годов, еще до вот, бума, скажем так, интернет-развития, прям так бурного интернет-развития. В 86-м году Дороти Деннинг и Питер Нейман опубликовали модель IDS, Intrusion Detection Expert System, ставшую основой большинства современных систем обнаружения вторжения. Она использовала экспертную систему для определения известных видов атак, а также статистические методы и профили пользователей и систем. В 93-м году вышла NIDES, это Next Generation Intrusion Detection Expert System, то есть IDS следующего поколения, и вот она стала такой системой нового поколения, как уже сказала. И первым прототипом уже известного нам IDS образовалась в 1991 году и назывался она Disturbed Intrusion Detection System. И по совместительству являлась экспертной системой также. Если рассматривать классификации IDS, то их принято классифицировать по сфере применения. Первое — это Network Intrusion Detection System, NIDS. Она анализирует сетевой трафик с целью выявления вредоносной активности. Также она выполняет мониторинг как входящего, так и внутреннего сетевого трафика. Следующая классификация — это HITS, можете видеть на экране. Инструменты, контролирующие работу отдельных устройств. Обычно HITS фиксирует состояние всех файлов, размещенных на конечной точке, информирует администратора об удалении или изменении системных объектов. Следующая классификация — это Protocol-Based Intrusion Detection System. Система проверки данных, передаваемая по протоколу HTTP и HTTPS. Применяется для защиты веб-серверов, контролирует трафик, передаваемый между устройством пользователя и интернет-ресурсом. Четвертое — это система обнаружения вторжений, контролирующая пакеты, передаваемые по определенному протоколу прикладного уровня. И последний, пятый — Hybrid Intrusion Detection System, включает в себя Network, в общем, первые и вторые вот эти HITS и NITS. Как бы это комплекс, система комплексного обнаружения вредоносной активности сочетает как раз свойства двух первых
ну, и первых, двух первых ИДС, грубо говоря. Также я коротко скажу, что еще есть классификация, характеристики по типу технологии ИДС. Это сигнатурные, они отслеживают определенные шаблоны в трафике, работают подобно антивирусному программному обеспечению. ИДС, основанный на аномалиях, он основан на поведении системы перед началом работы, происходит этап обучения нормальной деятельности системы. И также есть ИДС, основанный на правилах. Они используются как основанные на правилах, если какая-то ситуация, тогда определенные действия. Дальнейшее развитие ИДС привело, привело нас к образованию ИПС. Это уже программа предотвращения вторжений, предназначена для обнаружения несанкционированного действия атак, а также автоматизированного противодействия. Оно, ИПС, выступает рубежом защиты, располагающимся за фаерволом или входящим в его состав. Он сообщает об угрозе, а также предпринимает самостоятельные действия. Если говорить про отличия, то основное различие систем заключается ИДС и ИПС в том, что ИДС является инструментом мониторинга, может только распознать опасные действия и предупредить о них. А ИПС-система — это механизм более широкого применения. Он не только выявляет проблему, но и запускает какие-то процессы. На экране вы можете видеть именно не отличие, а вот именно как раз их общие черты. ИДС и ИПС как раз защищают от изменений, заражений, перехвата, проблем с доступом к сайтам, проникновения и атак. Также есть такой вот некий гибрид ИПДС, который включает в себя ИТС и ЭПС. Вы тоже можете видеть на экране, чего он противодействует. Если говорить про сами системы ИДС, то... Сейчас, секундочку. Какие есть ИДС-системы? Вот есть ИДС, это Snort и Surikat. Это как раз бесплатные ИДС и ИПС с открытым исходным кодом. Долгое время стандартным решением считалось, что... Считалось, что Snort такая более классическая, но сейчас используют Surikat, как я поняла. Snort комбинирует преимущества сигнатурного метода с возможностью обнаружения аномалий в реальном времени. Surikat позволяет использовать другие методы, помимо распознавания атак по сигнатурам. Система была создана, отделившись от проекта Snort, группа разработчиков и поддерживают функции ИПС. И также в Snort возможность предотвращения вторжения уже появилась позднее. И сейчас я расскажу про мировые лидеры ИДС. Вы можете их видеть на экране. Это Cisco, Symantec, Trellix, Checkpoint, Quantum, менеджер событий безопасности SolarWinds. Вообще, самыми знаменитыми, самыми популярными, как я поняла, являются Cisco и Symantec. Остальные, они такие, скажем так, рекомендуемые. Вот, это вот, как я поняла. Cisco ИДС — это система обнаружения вторжения, разработанная компанией Cisco. Она предназначена для мониторинга, обнаружения попыток несанкционированного доступа или зловредной активности в компьютерных сетях. Она обеспечивает защиту от внешних угроз, а также от вредоносных программ, хакерских атак, сканирования портов и другого вида. Semantic System является частью безопасности системы Semantic, которая используется для обнаружения и предотвращения атак на компьютерные сети и системы. ИДС анализирует сетевой трафик и активность пользователя, чтобы идентифицировать потенциальные угрозы и аномальные поведения. Если говорить уже про российских лидеров, то самыми популярными и известными являются Positive Technologies и Jet Infosystem. И также вот с самой правой стороны вы можете видеть такие, как Traffic Inspector System, Traffic Inspector Next Generation, VIPnet IDS. Ну, в общем, то, что тут справа написано. Я скажу про них пару слов. Они, скажем так, рекомендуемы к пользованию, но у многих из них уже закончился сертификат на
их использование еще там, к концу 23-го года. У некоторых сертификат использования заканчивается в 25-м году. Но вот самыми популярными, как я сказала, являются Positive Technologies, он такой является мировым лидером, и Jet Infosystem, который является пятым в России по использованию. Если говорить про Positive Technologies, это у них направление деятельности как разработка программных продуктов в области кибербезопасности, исследования в области практической информационной безопасности. Они предлагают систему мониторинга событий информационной безопасности, выстроить процесс управления уязвимостью, контролировать защищенность, решение для выявления сложных киберугроз и реагирование на них, систему глубокого анализа сетевого трафика для выявления атак на периметре внутри сети. И также Jeff Infosystems, они вот предлагают как раз систему биометрии, услуги по аутентификации, управлению контролем доступа, организация процесса выявления угроз и реагирования на инциденты, защита приложений, услуги для комплекса сетевой защиты. Услуги для информационной безопасности конечных точек аутсорсинга. Примерно как-то так. Ну, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, в принципе, да, действительно. На определенном этапе эти системы были очень популярны. Они защищают от проникновения извне, как современное состояние, они дополняются обычно так называемыми DLP-системами, Digital Leak Prevention. Дело в том, что считается, что нападение извне не столь опасно, как люди изнутри. То есть самая главная опасность организации находится внутри. Спасибо. Ланцова. Я тут. Да, давайте. Так, видно? Так, да, на весь экран, если это возможно сделать. Да? Нет, не на весь экран, а... Вы шарите десктоп или только приложение окно? Только приложение. Или нужно десктоп? Десктоп, потому что только приложение не показывает на весь экран, не умеет оно. Так, теперь видно, да? Значит, теперь на весь экран. Теперь на весь экран, да? Я вроде сделала так, чтобы... Да, на весь экран. На весь экран все хорошо, да. Да, спасибо. Тема моего доклада — это межсетевые экраны. Что такое межсетевой экран? Межсетевой экран — это программа или программно-аппаратный комплекс, который служит для контроля сетевых пакетов. Основная задача межсетевого экрана — это фильтрация трафика между зонами сети. Он может использоваться для разграничения прав доступа в сеть, защиты от сканирования сети компании, проведения сетевых атак. Проще говоря, межсетевой экран — это одно из устройств, при помощи которого обеспечивается сетевая безопасность компании. Давайте перейдем к истории межсетевых экранов. Первое поколение межсетевых экранов появилось в 1980-х годах. Тогда они были представлены в виде сетевых маршрутизаторов с широким набором функций. Но такие решения сложно было назвать совершенными в плане выполняемых задач. Ситуация изменилась, когда в 1985 году компания Cisco выпустила законченный вариант маршрутизаторов с фильтрациями трафика. Однако процесс применения этих инструментов на практике не был отлажен и систематизирован, поэтому вопрос безопасности сетей так и оставался открытым до 1988 года, когда компания DEC выпустила первый межсетевой экран. Они были созданы для защиты от внешних атак и уязвимостей в компьютерных сетях и функционировали на нижних уровнях модели ОСИ, перехватывая и анализируя пакеты на соответствие заданным правилам.
Следующий этап развития технологии защиты от сетевых угроз – выпуск первого коммерческого межсетевого экрана Firewall 1. Этот продукт характеризовался наличием цветного графического интерфейса и удобной системы настроек. В 2004 году технологии позволили создать UTM – инструмент с возможностью обработки трафика на таких механизмах защиты, как Deep Packet Inspection – технология пакетной фильтрации. Instruction Prevention System – механизм предотвращения несанкционированных вторжений во внутренние сети. Firewall – защита периметра локальных сетей. В 2008 году появились первые решения класса Next Generation Firewall. Помимо анализа трафика, они могли исследовать поведение пользователей внутренней сети. Межсетевые экраны продолжали эволюционировать и превратились в многофункциональные системы, используемые для эффективной защиты локальных сетей от угроз из глобальной сети. Долгое время российский рынок коммерческих межсетевых экранов был представлен преимущественно западными вендорами. Однако в связи с событиями 2022 года и к решениям об уходе из России оказалась освобождена целая ниша, предоставляющая шанс на развитие отечественных решений. Как же работают современные межсетевые экраны? При прохождении трафика сетевой экран должен решить, не опасен ли этот трафик и можно ли его пропустить. То есть он делит трафик на плохой и хороший, доверенный и недоверенный. А прежде чем мы углубимся в подробности, давайте рассмотрим структуру интернет-сети. Сетевые экраны предназначены для защиты частных сетей и подключенных к ним конечных устройств, хостов сети. Хосты – это устройства, которые общаются с другими устройствами, подключенными к этой сети. Они принимают и направляют сигналы, идущие от одной внутренней сети к другой, а также входящие и исходящие сигналы, которыми обмениваются внешние сети. Компьютеры и другие конечные устройства, объединенные в сеть, могут подключаться друг к другу и к интернету. Однако интернет в целях обеспечения безопасности и приватности разделен на подсети. Основные подсети – это внешние публичные сети, то бишь это общедоступный глобальный интернет, а также экстрасети. Внутренние части сети – частные сети – это домашняя сеть, корпоративные интерсети и другие закрытые сети. А также сети периметра – пограничные сети, которые состоят из так называемых узлов-бастионов, то есть надежно защищенных компьютеров, способных удержать внешнюю атаку. Они создают дополнительный уровень защиты между внутренней и внешними сетями и могут использоваться для развертывания внутренних служб, которые подключаются к внешним сетям. Они защищены лучше, чем внешние сети, но не так надежно, как внутренние. В домашних сетях они, как правило, не используются, однако нашли широкое применение в корпоративных и национальных внутренних сетях. В предыдущем разделе мы уже затронули межсетевой экран нового поколения. Давайте поговорим о его основных функциях. Во-первых, это Deep Packet Inspection, технология, выполняющая детальный анализ пакетов. В отличие от правил классического межсетевого экрана, данная технология позволяет выполнять анализ пакета на верхних уровнях модели оси. Помимо Deep Packet Inspection, выполняет поведенческий анализ трафика, что позволяет распознавать приложения, которые не используют заранее известные заголовки и структуру данных. Также в Next Generation Firewall есть антивирус. Он обеспечивает защиту от вирусов и шпионского ПО в реальном времени, определяет и нейтрализует вредоносное ПО на различных платформах. Антиспам – функция, которая позволяет защитить корпоративных пользователей от фишинговых и нежелательных писем. Фильтрация по URL – возможность блокировки доступа к сайтам или другим приложениям по ключевому слову в адресе. Application Control – используется для ограничения доступа к приложениям, их функциям или к целым категориям приложения. Все это задействует функции отслеживания состояния приложений, запущенных пользователем в режиме реального времени. Sandboxing – это среда безопасного тестирования. Решение изолирует непроверенные изменения в коде и эксперименты от производственной среды и хранилища в контексте разработки программного обеспечения. Песочница используется для запуска подозрительного кода из неизвестных вложений и URL-адресов и дальнейшего наблюдения за их поведением. Давайте рассмотрим примеры использования межсетевых экранов. Межсетевые экраны могут быть использованы в различных сценариях для защиты
разных типов сетей и устройств. Ну, они используются в корпоративной сети. Корпоративные сети обычно имеют несколько подсетей для разных отделов, функций или служб. Для защиты таких сетей от внешних и внутренних угроз необходимо использовать межсетевые экраны разных типов и уровней. Например, можно использовать аппаратный Next Generation Firewall на границе с интернетом, программный межсетевой экран с состоянием на каждом сервере и персональный межсетевой экран на каждом рабочем месте. В домашних сетях. Домашние сети также нуждаются в защите от взлома, шпионажа и вредоносного ПО. Для этого можно использовать аппаратный межсетевой экран, встроенный в маршрутизатор или модем, который подключает домашнюю сеть к интернету. Также можно использовать программный межсетевой экран на каждом компьютере, планшете или смартфоне, который подключается к домашней сети. В облачных сервисах. Облачные сервисы предоставляют пользователям и организациям доступ к различным ресурсам и приложениям через интернет. Для защиты таких сервисов от несанкционированного доступа и атак необходимо использовать межсетевые экраны, специально разработанные для облачной сети. Заключение. Межсетевой экран – это необходимый инструмент сетевой безопасности, который защищает наши данные, устройства и приложения от несанкционированного доступа, вредоносного ПО и других угроз. Выбирая используемый межсетевой экран, мы должны учитывать наши специфичные нужды и обстоятельства, а также соблюдать стандарты и лучшие практики безопасности. Только тогда мы сможем обеспечить надежную защиту нашей сети и нашего бизнеса. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, Чемоданова есть? Да, есть здесь, одну минуту. На весь экран, пожалуйста. Угу. DLP-система. Обзор сравнения отечественные лидеры и мировые лидеры. Обзор DLP-системы. Чуть громче, если это возможно будет. Программные продукты, защищающие организации от утечек конфиденциальной информации. Сама аббревиатура DLP расшифровывается как Data Leak Prevention, то есть предотвращение утечек данных. Подобного рода системы создают защищенный цифровой периметр вокруг организации, анализируя всю исходящую, а в ряде случаев и входящую информацию. Контролируемый информационный трафик не только контролируется интернет-трафик, но и ряд других информационных потоков, например, такие документы, которые могут быть вынесены за пределы защищаемого контура безопасности на внешних носителях. Поскольку DLP-система должна препятствовать утечкам конфиденциальной информации, то она в обязательном порядке имеет встроенный механизм определения степени конфиденциальности документа. Как правило, наиболее распространены два способа. Первый – это путем анализа специальных маркеров документа, и второй – это путем анализа содержимого документа. В настоящее время наиболее распространен второй вариант, поскольку он устойчив перед модификациями, вносимыми документ перед его отправкой. Побочные задачи DLP-систем. Помимо своей основной задачи, связанной с предотвращением утечек информации, DLP-системы также хорошо подходят для решения ряда других задач, связанных с контролем действий персонала. Наиболее часто DLP-системы применяются для решения следующих неосновных для себя задач. Первое – это контроль использования рабочего времени и рабочих ресурсов сотрудников. Второе – это мониторинг общения сотрудников с целью выявления подковерной борьбы, которая может навредить организации. И третье – это контроль правомерности действий сотрудников, например, предотвращение печати поддельных документов. И за счет того, что многие организации считают это более важными задачами, то есть, например, следить за рабочим временем сотрудников, появилось много программ, которые своей основной задачей выбирают именно побочные подобные задачи DLP-систем, решение подобных проблем. И за счет этого страдает именно защитная сторона организации, могут часто происходить утечки данных. Классификация DLP-систем.
Все DLP-системы можно разделить по ряду признаков на несколько основных классов. Мы рассмотрим два. Первый — это по способности блокирования информации, и второй — это по сетевой архитектуре. По способности блокирования информации выделяют системы с активным и пассивным контролем действий пользователя, а по сетевой архитектуре встречают шлюзовые DLP-системы и хостовые. Шлюзовые работают на промежуточных серверах, в то время как хостовые используют агенты, работающие непосредственно на рабочих станциях сотрудников. Перейдем к отечественным лидером DLP-систем, и первую, которую мы рассмотрим, это Stahanovitz. Stahanovitz — это система мониторинга персонала со встроенными аналитическими модулями для анализа рисков, защиты от утечек данных и расследования инцидентов информационной безопасности. Основные функции Stahanovitz. Первая — это система отслеживает коммуникацию в корпоративной почте и мессенджерах, перехватывает текстовые сообщения, голосовые переговоры, а также файлы. Второй функционал антифото предотвращает попытки сделать фотоэкран с корпоративной информацией. И третий — это комплекс, запрашивает данные у геолокационных сервисов и позволяет устанавливать местонахождение работника по внешнему и внутреннему IP-адресу. Основной вывод, который можно сделать о данной программе, это система хороша для тех, кому нужен комплексный подход для контроля персонала. В программе есть не только DLP-функционал, но и интеллектуальная система для анализа рабочего времени сотрудников и их продуктивности. Иными словами, комплекс заменяет несколько продуктов. Также стоит уточнить, что Stahanovitz внесен в реестр российского программного обеспечения, официально признан реестром РФ в рамках импортозамещения. Вторая программа, которую мы рассмотрим, это SearchInfo. Контур информационной безопасности SearchInfo — это DLP-система со встроенными аналитическими инструментами. Основные функции SearchInfo — это первая система в режиме реального времени анализирует компьютеры сотрудников в офисе и на удалении. Второе — это блокировка для устройств, к примеру, есть возможность заблокировать отправку файлов на флешку. И третье, если факт попытки слива информации состоялся, происходит перехват, и можно потом отследить все шаги действия, которые произошли перед сливом. Из уникальных плюсов отмечается работа с поиском информации инцидентов, работа с архивными данными, продумана отлично, есть фирменный поиск похожих. Из недостатков первое — это блокировка сетевых каналов, реализована далеко не идеально. Письма отправляются в карантин, и пока администратор лично их не просмотрит, инцидент не будет выявлен. И второе — это бесплатная техподдержка предоставляется только на год. Основной вывод по SearchInfo — это то, что SearchInfo нацелена на анализ данных, и назвать эту систему лучше для защиты данных, предотвращения утечек нельзя, поскольку функции блокировки сетевых каналов развиты на зачаточном уровне. Третье — это Securion. Это комплексная система защиты от утечек корпоративной информации. Securion является самым технологичным решением на рынке в сравнении с DLP-системами конкурентов. Основные функции Securion — это первое, что может контролировать Securion, это корпоративную электронную почту, письма и вложения, отсылаемые через сервисы, веб-почты, общение в социальных сетях, на форумах и блогах. Второе, что контролирует Securion, это сообщения интернет-мессенджеров, например, Mail.ru, Google Talk и другие. Третье — это печать на локальных и сетевых принтерах и другие утечки, также контролируются Securion. Несмотря на то, что на сайте системы есть устаревшие данные, компания остается одним из лидеров российского рынка. Symantec — это уже мировой лидер, и DLP-система Symantec выполняет три основные функции. Это контроль действий пользователя, мониторинг перемещения секретных данных по сетевым каналам сети, связи, сканирование локальной сети на предмет неупорядоченного хранения важных документов. Функции Symantec. Первое — это обнаружение конфиденциальной информации в открытом доступе в системах документооборота, почтового обмена, базах данных на серверах и файловых хранилищах. Второе — это отслеживание и блокировка перемещения информации внутри корпоративной сети и за ее пределы. И третье — это контроль веб-сервисов и облачных хранилищ мобильных приложений, входящих и исходящих сообщений электронной почты на мобильных устройствах. Выводы Symantec. DLP-система Symantec — это продукт корпоративного класса с удобным интерфейсом, широкими возможностями контроля и аналитическими функциями. Компания Symantec является мировым лидером в разработке и внедрении DLP-систем и уже давно зарекомендовала себя на этом рынке в России.
Инфосистема JET. Система предотвращения утечек информации, которая за 10 лет существования смогла занять лидерские позиции в своем сегменте на российском рынке. Функция инфосистемы JET. Система позволяет контролировать практически все сетевые каналы передачи информации. К ним относятся электронная почта, HTTP, HTTPS, FTP-сервисы, службы загрузки файлов на удаленные сервера. Разработан специальный модуль для контроля переписки по Skype. Работа со съемными накопителями осуществляется в пассивном режиме. Инфосистема JET анализирует содержимое хранилища теневого копирования, но не блокирует доступ к сетевым накопителям. Основной вывод по данной программе – то, что программный комплекс инфосистемы JET является одним из старейших российских ERP решений, и одним из ключевых особенностей данной системы является ее постоянное развитие. Именно оно в совокупности с обширным набором функциональных возможностей позволило инфосистеме JET столь долго находиться в числе лидеров данного рынка. Выводы. Одни и те же функции DLP-систем могут быть как преимуществом, так и недостатком. Все зависит от потребностей. Установка и обслуживание программ по предотвращению утечек информации – это дорогостоящий процесс. Существует множество программ, которые могут стать бюджетной альтернативой DLP-систем или хорошим дополнением для не самого дорогого сервиса, причем отлично подходящие также и для сотрудников, работающих из дома. Все. Спасибо. Так. Бекназарова есть? Да, я здесь. Да, давайте. Межсетевые экраны. Все видно, да? На весь экран, если возможно. Вот так? А вы шарите окно или десктоп? Сейчас окно. Десктоп лучше шарить, потому что он с окном не умеет работать. Teams. Вот сейчас десктоп. Да, теперь, наверное, вот на трех точках там есть. Или на... Так, что вот на трех точках? Справа три точки. Вот. Это браузер, можно попробовать F11 нажать и в полноэкранный режим перевести. Нет, у него есть вариант. Или вот на этой. Так, вот нажмите, я просто не увидел, что там. На три точки нажмите. Тут у нас, да, нет ничего. А тогда вот у вас пониже, там, где рыв, это шестеренка. Что у нас? Uh-huh. Ну, тогда вот так вот, да, давайте. Uh-huh. Давайте так, да. Межсетевые экраны. Целью является изучить устройство межсетевых экранов и понять их значимость. В настоящее время сетевая безопасность стала одной из наиболее важных задач в области информационных технологий. С развитием сетей и интернета возникла необходимость в защите информации и ресурсов от различных угроз. Одним из основных инструментов, используемых для обеспечения безопасности сетей, являются межсетевые экраны.
Межсетевые экраны – это специальное устройство или программное обеспечение, которое используется для контроля и фильтрации сетевого трафика, проходящего через границу сети. Они предназначены для предотвращения несанкционированного доступа к сети, защиты от вирусов, вредоносного ПО и также других угроз. Основные принципы работы межсетевых экранов – это контроль и фильтрация сетевого трафика на основе определенных правил и политик безопасности. Они могут работать на различных уровнях сетевой модели OSI, включая физический, канальный, сетевой и транспортные уровни. Межсетевые экраны могут использовать различные методы и технологии, такие как пакетная фильтрация, состояние соединения, анализ содержимого и другое. Облачные и виртуальные межсетевые экраны предоставляют возможность централизованного управления и контроля трафика в облачных средах и виртуальных сетях. Установка и настройка межсетевых экранов является важным этапом в обеспечении безопасности. Она включает в себя выбор и приобретение подходящего оборудования или программного обеспечения, установку и настройку правил и политик безопасности, а также тестирование и отладку. Важно учитывать особенности сети и требования безопасности при выборе и настройке межсетевого экрана. Функции и возможности межсетевых экранов включают в себя контроль доступа, фильтрацию трафика, обнаружение и предотвращение атак, регистрацию и аудит событий, защиту от вирусов и вредоносного ПО, VPN-сервисы и другие. Они позволяют организациям создать надежную и безопасную сетевую инфраструктуру, обеспечить защиту от различных угроз. Проблемы и решения при использовании межсетевых экранов могут возникать в процессе эксплуатации и поддержки системы. Они могут быть связаны с неправильной конфигурацией, недостаточной производительностью, несовместимостью с другими устройствами, обновлениями и патчами, а также с обходом механизмов безопасности. Для решения этих проблем необходимо иметь хорошее понимание принципов работы межсетевых экранов, а также опыт и знания в области сетевой безопасности. Рассмотрим классы межсетевых экранов. Они у нас делятся на 6, 5, 4 и 1, 2 и 3, как бы объединенные. Класс 6 – это наименее строгий класс. Межсетевые экраны этого класса разрешены к использованию в государственных информационных системах с 3 и 4 классом защищенности, а также в автоматизированных системах управления, работающих на производственных объектах, или в процессе выполнения технических операций, которые также соответствуют третьему классу защищенности. Класс 6 также используется в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения третьего или четвертого уровня защищенности. Класс 5. Он также у нас применяется в государственных информационных системах, в автоматизированных системах управления и в информационных системах персональных данных, когда нам требуется обеспечить второй уровень защищенности информации. Класс 4 у нас также используется в государственных информационных системах, в автоматизированных системах управления и в информационных системах персональных данных, но уже с первым уровнем защищенности информации. Классы 3, 2 и 1 у нас применяются для защиты информационных систем, в которых производится обработка данных, относящихся к государственной тайне. Также важно понимать, что классы и типы межсетевых экранов не связаны между собой напрямую. И у нас может быть экран типа А с 6 классом защиты, так же, как и, наоборот, экран типа Б с 1 классом защиты. Теперь рассмотрим типы межсетевых экранов. Их выделяют 5. Тип А у нас в большинстве это аппаратные решения, подходящие для использования на периметре сетей или между их сегментами. Это также могут быть ПАК, расположенные там, где имеется физическое подключение организации к сети через кабельное соединение. Тип Б – это программные и аппаратные решения, которые находятся на логических границах сети. Могут быть как отдельными устройствами, так и решениями, например, уже встроенными в маршрутизаторы. Тип В – это программные решения, обеспечивающие защиту конкретного устройства, например, рабочего компьютера одного сотрудника компании. Они располагаются в одном узле информационной системы. Тип Г включает в себя программные и аппаратные решения, предназначенные для анализа и проверки на физической границе сети трафика, направленного на веб-приложение или веб-службы, также известный как класс продуктов WAF. Тип D.
Это программные и аппаратные решения, настроенные на работу с протоколами, используемые для управления техническими процессами на промышленных предприятиях и объектах. Они не имеют массового распространения и контролируют и фильтруют такие протоколы данных, как CAN, HART и другие. В заключение данной работы на тему сетевых экранов мы можем отметить, что данная технология является неотъемлемой частью современных компьютерных систем и сетей. Межсетевые экраны выполняют важную функцию по обеспечению безопасности и защите информации от внешних угроз. В ходе работы мы рассмотрели основные принципы работы межсетевых экранов, которые базируются на фильтрации трафика и контроле доступа к ресурсам сети. Межсетевые экраны позволяют ограничить передачу данных между сетями, контролировать и анализировать сетевой трафик, а также обнаруживать и предотвращать атаки и вторжения в сеть. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Давайте посмотрим, что представляет себя межсетевой экран. Межсетевой экран – это средство административного управления сетью. Ну и, соответственно, при административном управлении выполняется и роль осуществления безопасности. Фактически он разбивает сеть на несколько сегментов. В каждом сегменте применяются свои политики. Значит, по-русски он еще Брэдмауэр называется. Межсетевой экран – это формальное обозначение в документах. И по-английски это Firewall, тоже очень распространенное название. Ну, самое простое применение – это разграничение сети внутренней и сети внешней интернета. Значит, он может быть сделан в рамках маршрутизатора. Маршрутизатор – это вообще универсальное устройство для работы на третьем и на четвертом уровне стека TCP/IP. Межсетевой экран может быть реализован на маршрутизаторе просто заданием определенных правил, а может быть реализован в виде отдельного устройства, на котором выполняются или весь спектр защиты, или определенные элементы защиты и разграничения. Ну, самые примитивные – это типа устройств с NAT-ом. Это ОСА, ПИКС, цисковские. Ну и более продвинутые, то, что называется Next Generation Firewall. Какие у нас механизмы разделения сетей и защиты применяются? Значит, у нас может быть фильтрация пакетов.
Ну, в данном случае под фильтрацией пакетов понимается управление пакетами на третьем и четвертом уровнях. То есть это фаервол сетевого уровня. Кроме того, мы можем управлять на уровне приложений. То есть, если при работе как фильтр пакетов мы не знаем семантики приложений, не знаем, что происходит, и работаем только с сессиями TCP или просто даже с пакетами, то при использовании фильтров на прикладном уровне мы можем понимать семантику приложений и проводить верификацию и защиту по приложениям. Ну и промежуточный — это Secret Level, тот, который у нас как бы для приложений, но выше уровня фильтра пакетов. Дело в том, что приложений-то может быть сколько угодно, на все не напишешь сервера. Есть только для основных протоколов, ну, скажем, HTTP, FTP. А для протоколов, которые менее распространены, используется так называемый Secret Level уровня сессионного, когда у нас упаковываются пакеты приложений в пакеты сессионного уровня. Ну, наиболее известные — это SOX сервера, SOX прокси, реализующие такую работу. Трансляция адреса. Трансляция адреса – это, можно сказать, составная часть фильтра пакетов, потому что работает как раз на уровне сетевом и транспортном. Но поскольку у нас она имеет отдельную широкую область применения, не связанную с управлением пакетов, то мы выделяем отдельно. Шифрование, ну, это уже как бы дополнительная услуга, она не привязана к фаерволам. Ну, обычно она рассматривается как услуга на уровне маршрутизаторов, но поскольку фаерволы у нас более дешевое оборудование, чем маршрутизаторы, то на них тоже можно устанавливать шифрование. Ну, шифрование делается или софтовое, когда на основном процессоре крутится, либо железное, когда ставится отдельная плата с контроллером. Контроллер – это подчиненный процессор, который и производит шифрование. Аутентификация, ну да, сейчас в каждое оборудование входит, и дополнительно можно использовать, но опять же не входит в прерогативу именно фаерволов. Значит, противодействие атаками и управление списками доступа, ну это все опять же, дополнительные некие функции, которые совсем не обязательно как отдельное устройство, ну, идет просто как дополнительные сервисы. Фильтрация трафика. Ну,
очень простая работа, именно фильтрация трафика, фильтрация пакетов представляется основной услугой, которую предоставляют межсетевые экраны. Мы получаем пакет, кстати, не только из снаружи внутрь, но и изнутри наружу, пожалуйста. И проверяем по правилам. В правилах мы можем прописать диапазоны IP-адресов, как отправителя, так и получателя, диапазоны портов. Все это входит в заголовок TCP-пакета. Дополнительные критерии. И вот, собственно, основная работа фильтра пакетов. Ну вот, опять же, просто напоминаем разбиение по ISO-оси. И фактически вот у нас фильтр пакетов. Это транспортный сетевой и прокси-сервера – это уровень приложений. Шифрование. Шифрование в основном понимается в плане работы VPN. Ну, дело в том, что шифрование может реализоваться разными способами. Очень часто на данный момент под шифрованием понимается IPsec. IPsec – это технология, которая была введена в рамках IP-версии 6. Поскольку IP-версия 6 внедряется очень неторопливо, когда-нибудь, может быть, он будет внедрен, но пока он не повсеместен, то IP-версии 4, ну, для того, чтобы пушить, тоже апроприирует какие-то функции IP-версии 6, в том числе и шифрование. Ну, сам по себе шифрование это не очень полезно. Обычно делается вкупе с каким-нибудь другими технологиями, ну, например, для создания туннеля у нас главное это создать туннель, а уж внутри туннеля мы можем шифровать, а можем не шифровать, мы можем вообще без туннеля шифровать, просто гнать зашифрованный трафик. Это просто одна из вариаций применения. Ну, с туннелями, как вы знаете, сейчас у нас не рекомендовано использовать туннели, не рекомендовано писать про них и так далее, ну, потому что VPN часто используется для обхода ограничений. Но первоначально, конечно, он создавался не для этого. Он создавался для того, чтобы сделать логическую сетевую структуру, логическую сеть на интернет накинуть. То есть, если у вас прокинуты провода какие-то, среда, оптика или же медь, неважно, то вы можете построить сеть. А если вы используете распределенную среду, такую как интернет, то просто так построить виртуальную, просто так сеть построить невозможно, и приходит на помощь именно виртуальные сети. Частные они, потому что принадлежат кому-то, виртуальные, потому что они только логически задаются. В рамках
обычного трафика мы создаем некий канал с определенным протоколом. Все остальные протоколы мы энкапсулируем в этот протокол и прогоняем этот трафик по интернету. С точки зрения пользователя, у нас просто прямая связь между разными хостами. Ну и он достаточно прозрачно проходит по интернету. Ну, как средство обхождения блокировок, обхода блокировок, ну, очень просто работает. Дело в том, что мы можем энкапсулировать в разные протоколы. Блокировки обычно организуются просмотром среды и выявлением определенных протоколов, пакетов определенного типа. Если пакеты неизвестны, то они пропускаются блокировщиком. Ну, тут вплоть до того, что мы можем использовать для организации такого туннеля виртуального какие-то стандартные протоколы, например, энкапсуляция в DNS-сервер, да, в DNS-протокол, почтовый протокол и так далее. Изыски могут быть совершенно любые. Ну, насколько я понимаю, если VPN-канал принадлежит организации, то он не блокируется Роскомнадзором. А если VPN принадлежит, никому не принадлежит или выходит на какой-то западный шлюз, то он блокируется. Ну, например, у нас в РУДН используются VPN для доступа к ресурсам, например, к суперкомпьютеру или из дома к доступу к ресурсам к информационной системе, к некоторым аспектам. Ну и плюс к этому вот это вот основные у нас применения. Можно и без VPN обойтись, то есть вот тут он совершенно не принципиальный, он создает просто дополнительную степень разграничения, ограничения тех, кто может подключиться, ну, и как результат увеличивает безопасность. Ну и такие протоколы, как SSH, тоже содержат в себе возможность организации туннелей и вполне нормально в этом варианте работают. Значит, межсетевые экраны совершенно как бы параллельны этим VPN, но опять же, можно воспринимать их в данном случае как дешевый упрощенный маршрутизатор. Маршрутизатор – это уж больно универсальное средство. Можно сделать все. Ну и основная идея, что он работает на сетевом транспортном уровне, и дополнение туда добавлять большого смысла нету, хотя, конечно, добавляет. В принципе, маршрутизатор – это обычный компьютер со всеми сетевыми сервисами. Все, что угодно может делать. Фаервол мы можем сделать достаточно специализированным, ограничить его определенными функциями. Мы можем раздвигать их и за пределы
сетевого уровня, опять вот прокси-сервер на них ставить. Ну и в частности, тут мы можем какой-то VPN организовывать. Ну, хорошо тем, что мы можем, ну, во-первых, шифрование на отдельный контроллер быстрее будет, оптимальней. Можем задать какой-то жесткий тип VPN, который мы используем. Соответственно, это упрощает нагрузку и уменьшает затраты на администрирование. Трансляция адресов. Трансляция адресов – еще одна фишка, которая прилагается к фаерволам. Ну, скажем так, вначале, конечно, нет, к фаерволам это никакого отношения не имело. Это чисто маршрутизаторская вещь. Но потом стали выпускать фаерволы, которые выполняли исключительно функцию NATA, то есть преобразование адресов, Network Address Translation, ну вот, например, PIX, ASA. Они разбивают, ну, как, почему это хорошо? Количество внешних адресов, белых адресов, достаточно ограниченное. Вы подключаетесь к провайдеру, он вам дает один адрес. Но дома он может, давайте, скажем, еще несколько внешних адресов за деньги. Но организациям нужной сети, вряд ли у провайдера вообще есть такой объем адресов. Внутри организации мы устраиваем так называемые внутренние адреса, серые адреса. Это 10.8. 192.168.16, 172.16.12. Вот из этого ракурса, этого, вот из этих range, ну, в общем, из этих фрагментов мы выдаем адреса. Снаружи они как бы не видны, а вам нужно, ну, две функции. У вас несколько есть внешних адресов, вам нужно и на них нацепить, скажем, сервера, и чтобы снаружи они были видны. Или у вас один внешний адрес, и вам нужно выходить в интернет. И все это решает NAT. Поэтому вот эти железки, которые делают только NAT, очень популярны стали. Там вообще думать не надо, администрить их. Ну, конечно, там есть что поадминистрить, но по большому счету администрить-то их и не нужно. Соответственно, платить сетевому администратору тоже не нужно. Экономия. Вот у вас дома NAT, если у вас стоит маршрутизатор дома, то на нем поднимается NAT, вы внутри делаете внутреннюю сеть, обычно там, скажем, 192.168.1/24. И все для вас-то тоже прозрачно, настраивать ничего не надо. Включил, все работает. Ну, в общем, очень полезная вещь. И как дополнительный бонус, возможность борьбы с нехваткой IP-адресов и задержка внедрения IP-версии 6. Ну, вот так вот, пожалуйста, все это можно удобно делать. Есть несколько разновидностей. Ну, вот разновидностей, когда один в один, то есть мы присваиваем однозначное соответствие, это первые варианты были, они вам не столько интересны, а вот NAPT или PAT, когда мы
присваиваем. У нас внешний адрес один, но много портов. И поэтому мы каждому соединению внутреннему, от каждого хоста, который выходит наружу, присваиваем какой-то внешний порт. И он соединяется с другим внешним сервисом. И когда сервис отвечает, то приходит опять же на комбинацию внешний адрес порт и фаервол, маршрутизатор, NAT, как угодно, он по таблице соответствий пересылает пакет именно вам, именно вашему хосту. Таким образом, мы за одним реальным IP-адресом прячем огромное количество внутренних хостов. Значит, вот это у нас 1.1, динамическое, вот этот вот пад и есть. Ну, в принципе, вот то, что вы используете у себя дома. И особо не задумываясь. Конечно, можно повесить несколько внешних адресов. Можно эти внешние адреса повесить и задать. Или случайным образом выбирать любой. Или делать раунд-робин. Или по правилам. Ну, в общем, это вот то, что у нас ассоциируется больше всего с фаерволами. Это вот наиболее полезное их применение. Ну и поскольку вот у вас дома же железка стоит не фаервол, а маршрутизатор с возможностью фаервола, то, как вы видите, что функции фаервола вполне нормально решает маршрутизатор. Ну, потому что дома там вам нужно больше, чем просто выход в интернет. Это на корпоративном уровне. Поставил железку, вышел в интернет, и все, больше ничего не надо. А дома вам еще нужно гнать Wi-Fi, подсоединять, подключение к дополнительным сервисам, потом вы, может, хотите делать какие-то туннели типа VPN, все набирается на маршрутизатор как раз. Да, в общем, трансляция адресов – это плохо, нужно от нее отказаться. Когда делали IP-версия 6, сказали, никакой трансляции адресов, и все равно сейчас и в IP-версии 6 присутствует возможность трансляции адресов. Это плохо, трансляция адресов, но это жизненно необходимая на данный момент функция. Может быть, до перехода на IP-версия 6, которая когда-нибудь будет или не будет никогда. Может быть, мы перейдем на IP-версия 9. Не знаю. Значит, это мы уже обсуждали три вида из прикладного уровня. Это в основном то, что на слуху, это всякие CDN, кэширующие прокси, например, Squid там. CDN очень важны. Это фактически межсетевые экраны прикладного уровня. Они складывают внутри себя информацию, и вместо того, чтобы стягивать ее откуда-нибудь с Гугла, вы с промежуточного сервера ее тянете. То есть убыстряет работу. Ну, как вы знаете, у нас, поскольку Google отказался поддерживать свои CDN, раньше для своего развития он предоставлял провайдерам CDN. Ну, это просто сервер с кучей дисков, но при этом, конечно, все там прошивка и все сделано было закрытым способом, то есть там не
отремонтируешь его, диски не поменяешь. И они сейчас естественным образом выходят из строя, их не заменяют. И вот таким образом, я думаю, что отсутствие запрета на YouTube, наверное, связано еще и с тем, что в конце концов YouTube из-за отсутствия CDN-ов дойдет до такого состояния, что с ним работать будет просто невозможно. То есть ничего просмотреть с него станет невозможно, и от него просто начнут отказываться, потому что работать с ним будет очень затруднено. Ну, наверное, все. Сокс популярен был, безумно популярен. На переходе с 20 к 21 веку все с ума сошли по безопасности и стали очень дешевыми всякие фаерволы, стали везде ставить, в общем, усложняли жизнь очень сильно пользователям. Глупо, конечно, все это было, но вот такая мода была. И поскольку через фаерволы не проходили кучу программ, ну, например, всякие мессенджеры, IP-телефонии и так далее, то они стали поддерживать, популярен стал вот этот протокол SOCKS промежуточный, когда мы ставим не специальные прокси для каждого приложения, вот такой универсальный прокси, и через него все отогналось. А потом как-то эта мода прошла, перестали так гнобить пользователей, резать им все, потому что и бесполезно оказалось. И протокол SOCKS потерял свою актуальность, перестал быть таким модным. Прикладного. Ну вот, на самом деле, опять же, в те же времена прикладного уровня серверы тоже стали очень популярны прокси. Ну, в основном за счет HTTP-прокси, за счет кэширования. То есть CDN-ов тогда не было, и фактически каждая организация, каждый провайдер устраивал свой мини-CDN универсальный для оптимизации трафика. Ну, потом CDN везде натыкали, то есть как бы по витке спирали все движется. И интерес к этим прокси пропал, и к другим прокси по большей части пропал интерес. То есть вот лет 20 назад это было остро актуальная, остромодная тема, а сейчас об этом думают, знают только специалисты. Ну, поскольку вы в какой-то мере должны быть специалистами в этой области, то и вы должны об этом знать. Значит, ну вот stateful inspection. Опять значит, ситуация такая. У нас гналась раньше информация, рассматривали просто на сетевом уровне, каждый пакет отдельно, решали, что дальше делать по каждому пакету. Ну, кстати, из-за этого-то и вылезли вот эти прокси-сервера, поскольку нормально управлять многими протоколами просто на уровне пакетов не получалось. Ну и потом, а потом стали внедрять фильтры с сохранением состояния, stateful. А просто когда пакеты смотрим, это stateless. Значит, в чем сущность-то?
мы смотрим уже не просто пакет IP, а к нему прилепляем TCP, смотрим идентификатор сессии, принимаем решение на эту сессию и дальше все пакеты этой сессии уже этому же решению исследуют. Плюс к этому можем анализировать и приложение на этом уровне. Ну и кроме того, в те же времена очень много говорили про SORM, а SORM тогда как такового нормального не было, только внедряли. Вот на этих же принципах работает. А сейчас SORM везде работает, и про него не говорят, забыли. Ну а что там, неинтересно уже, он работает. Ну вот, как-то так. Ну и у нас было несколько вариантов расположения фаерволов относительно всей сети. Ну, Cisco, как всегда, тоже отличилась. Несколько вариантов предложила. Ну, вот это вот стандартное, когда у нас на два сегмента разделено защищенное, незащищенное. Между ними фаервол. Мы можем фаервол вынести в отдельную сеть и просто на него все пересылать. Ну, небольшое принципиальное отличие. Ну, это когда у нас внутренняя сеть, это не простая сеть, а достаточно сложная, распределенная, вот как у нас в университете. Ну, это самое простое, вот когда у нас снаружи стоит маршрутизатор с фаерволом или просто фаервол. Ну, это вот типично ваша домашняя сеть. Это у нас, опять же, DMZ. Cisco предложила демилитаризованная зона. Мы разбиваем на несколько уровней. Ну, вот сам простой уровень, когда у нас внешнедоступные сервера, ну, ВВ, ФТП и так далее, они просто находятся в сети, которая напрямую выходит во внешнюю сеть и никак не защищены. То есть они как часть внешней сети. А если мы и перед ними ставим фаервол, то получается демилитаризованная зона. То есть это зона со своими правилами менее жесткими, чем внутренние. У нас теперь нужно прописывать правила. Это не значит, что два фаервола тут, это просто, скажем, фаервол с тремя интерфейсами, если хотите. Значит, жесткие правила мы прописываем маршрутизации трафика из DMZ в интернет, из внутренней в DMZ, из DMZ внутренняя, ну, и из внутренней в интернет. Когда вы делаете, там обычно ставится уровень защиты или приоритет зоны, и вот как бы он находится, уровень защиты между внешним, который совсем не защищен, и внутренним, который мы ставим максимальный уровень защиты. Собственно, вот это вот вариант с демилитаризованной зоной, это на данный момент самый распространенный. То есть, когда у вас есть внешние сервера, для которых нужен доступ в интернет, то вы их в демилитаризованную зону помещаете. Ну, вот такая. Тоже много говорили раньше, сейчас никто не говорит, потому что сейчас это все очевидно. Угу. Ну, а это вот то же самое, что это, то когда у нас не два фаервола. Ну, кто будет два фаервола-то ставить? Денег, что ли, много?
а просто третий интерфейс на Firewall. Да, в общем, вот эти вот недостатки, они ерунда, поскольку не надо его воспринимать как средство защиты, это средство административного управления сетью. И он, соответственно, создает некое административное разделение сети, которое дополнительно служит средством защиты. Но как средство защиты, чисто средство защиты, его нельзя рассматривать. Ну и на Linux, ну, в общем, у нас с этим BSD, с IPFV, который 200 лет уже там развивается, и его добавляют разные функции, и он один и тот же. А в Linux, ну, так получается, что разрабатывают разные команды, разные проекты, соответственно, добавление нового функционала, новый проект, и вот весь этот проект внедряется в ядро, старый проект выбрасывается, и в результате у нас постоянно идет обновление под систему управления трафиком, фильтра пакетов в Linux, и он постоянно меняет название. Ну, хотя могли бы вообще, как и в BSD, оставить одно и то же название, а под ним делать что-то новое. Но основная фишка тут, да, вот то, что у нас три основных IP-чейн был очень долго, потом IP-цепочки, потом IP-тейблс вместо него, а сейчас NFTT. В общем, если вы займетесь администрированием сетевых систем, то это вы, конечно, разберетесь, и у вас это должно быть, ну, не у всех, на третьем курсе, наверное, это будет у вас администрирование локальных сетей. Ну, вот так вот. Ну и на этом, я думаю, завершим наши изыски. Мы и так уже время чуть перебрали, извините. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.